Понятно, да? Фиолетовый шарик. Кубик фиолетовый. И И треугольничек. треугольный, Да. да. А вот что делает шарик? Пусть покажет. Мячик. Она как-то пространство держит. Можно выбрать какой-то контур, и он вот так качает для полностью ощущает И пространство. все. Только он по какому-то определенному контуру. И все, он никакой там нету такого, что какая-то вот направленность, типа профессия какая-то или что-то. Ну, как держит такую медитацию на полное Да. состояние подключенности Да. к Как ону. вот, знаешь, вот есть общая медитация, вот контур какой-то, Угу. что люди держат, а это один шарик, этот держит этот контур полностью. Отлично. А, кубик, квадратик. Даже не кубик, это квадратик. Это квадратик, он более плоский. Это Шоколадка. должен, ну да. Фиолетовая шоколадка. О, печенюшка, во. Будем называть печенюшкой. Квадратный. Это достаточно такое хорошее, я вижу. У меня идет сразу проекция человека, который туда ложится. Идет связь между физическим и осознанным. Лучше устанавливается. Как коврик. Для медитации, да. Ну да, вот для физического тела, чтобы связывать физическую основу и духовную. Он как сзади. Круто, хорошо. А, треугольничек. Пирамидка желаний. Не знаю, что это. Круто. Типа пирамида потребностей, желаний, все в гармонии приводит, упорядочивает. Тоже классно. Спасибо за подарки и скажи, супер, будем пользоваться. Пока достаточно. Все в меру. Все в гармонии с Тором и с Коном. Она молодец. Благодарю за учебу и направление. Честно. Прикольно, а что такое пирамидка желаний? А сейчас и проверишь. Проверь, давай. Напяливай на голову. Такой кокошник, только треугольный, фиолетовый. Ну, посмотрим. Не идет? Не налазит, как в анекдоте на лызе. Ну-ка, поверни как-то, может, вот так? Не, серьезно. Хорошо. Как-то с трудом. Найди, как эта треуголка налезет. Там, может, что-то мешает ей одеваться? Очередная корона. Нет у меня корон. Треуголка говорит, что есть. Может, ее Кора. боком плоско положить, чтобы треугольник впереди вот так? Нет, так неинтересно. Давай я уберусь. Там какая-то корона. Это же кто-то надел. Ты Она пос... колючая. Вот в том-то и дело. Давай, выбирай у себя. Она колючая какая-то. Это не корона, это что-то, что обод какой-то, который ранит. Очередной, да, такой же. Убирай. Я им отправлю это хорошо, пусть они залазят все в кучу в эту корону. А там какие-то. Кто одел? Ага, плохие люди. Люди, либо... Люди с подключками. Ну, тогда их всех стереть в эту корону и теням. Бывшие друзья. Теням, ладно. Теперь на тело. Угу. Как ощущение? Нормально. Не мешает, не давит. И как реально желание нормализует? Нет у меня никаких желаний Уравновешивает. В таких, этой чтобы треуголке не чужое. будет. В этой треуголке не будет. Смотри, как все. Все гармонично и все необходимое только и класс гармонизирует.
структурирует все, вот, чтобы было в гармонии с миром, с собой, со всем. Прикольная вещь, кстати, да, я тоже одел. Интересно, мне она, правда, не нужна, мне так все было. И было, и есть нормально, ну ладно. Хорошо. Супер. Пусть останется. Ну-ка, коврик сзади прям у меня. Это плащ. Это какой-то плащ. Вот так раз, завязочка такая, раз, и фиолетовый плащ. Да, плащ. Смотри, на плечики лег так это. Какие-то завязочки образовались. И сзади такой, опа. Красота. Правда, там много чего мешает, но пусть. Может, я свое какое-то высшее я найду. Чем черт не шутит? Почему бы и нет? А вдруг? Ну вдруг, давай надеяться на лучшее. Давай я тебе дам треуголку. Почти это. Не шучу. А она уже чтоб, на мне копировала. Чтоб гармонизировал. Она на мне, мон. Я вообще смотрю, какой модный. Ты в кокошнике в этом и фиолетовом. Не все же мне черепашкой быть. И стрекозлом. Шлемах и в красном кафтанчике. Вот сколько у меня одежки. Прям вообще моднявый. Сил нет. Фу, сейчас приспособлюсь. Прикольно. Сначала на себя все нужно. Ну да.